Всем привет, друзья! И в этом видео я вам покажу, как можно сделать очень мощный пистолет, который будет стрелять сжатыми бумажками. Итак, нам для этого нужно две трубки. Одна 20 см, срезанная здесь ровно, здесь под углом небольшим. И также одна 14 см, срезанная здесь ровно, здесь вот таким вот образом. Затем нужна пружинка, две прищепки. Одну, обратите внимание, я отрезал немножко. Также несколько винтиков, проволока алюминиевая, вот таким вот образом изогнута. И резинка с рыбацкого магазина, толстая, вот такая. Итак, просверлим отверстия в обоих трубках для того, чтобы соединить вот таким вот образом. Также делаем отверстие в этой прищепке. А теперь закрутим шурупы. А теперь я разобрал вторую прищепку и сделаем отверстие в намеченных местах. Здесь, здесь и одно здесь. А теперь сделаем отверстие в ручке от пистолета. А теперь прикрутим вот эту часть прищепки с отверстиями вот таким вот образом к ручке пистолета. Вторую прищепку, та, которая отрезанная немножко, прикрепим вот таким вот образом с помощью пистолета. А теперь с помощью капроновой проволочки жестко соединим вот эту прищепку в этом месте и вот эту прищепку в этом месте. Итак, друзья, на этом этапе у нас должна получиться вот такая вот система. Когда мы нажимаем одну прищепку, открывается вторая. Немножко, но этого достаточно. А теперь закрутим винтики в эти отверстия и оденем на них резинку. Я уже взял эту резиночку и обмотал ниточкой. Вот таким вот образом. Итак, друзья, пистолет готов к эксплуатации. В качестве патрона будем использовать хаотически сжатую бумагу. Заряжается он вот так вот. Ну а теперь проверим, как он стреляет. Также хочу сказать, друзья, что вот такая большая бумажка, она плохо летит. Нужно делать раза в 4 меньше, вот такого размера. И тогда будет хорошо стрелять пистолет. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Не забывайте им делиться с друзьями. До новых встреч!